Массовые проверки водителей на признаки алкогольного или наркотического опьянения проходят в нашем округе. Госавтоинспекторы останавливают водителей и напоминают им о плачевных последствиях езды за рулем в нетрезвом состоянии. Пьяный водитель – это огромная угроза для всех участников дорожного движения. Если вы выпили, ни в коем случае не садитесь за руль. За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статьям, такие как 12.8, 12.26. За повторное совершение таких правонарушений управление транспортом в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.